Здравствуйте. Вы чувствуете, как хорошо, что мы встретились на Полуночном 2022? Молясь каждый день за окончательный мир во всем мире к 2027 году в разных святых местах. Сегодня давайте поговорим на очень важную тему – освобождение. Есть разные мнения об освобождении, поскольку, как мы говорили вчера, человечество находится в пучине греха, и люди видят обычно эти грехи в других. Особенно это ярко выражено в средствах массовой информации в последних дней. Все пытаются показывать грехи в других. Убийства, кражи и любовь вне брака. К счастью, мы живем в последних днях, когда Бог поднял человечество до высшего уровня, и все эти грехи видны. Любой человек, кто совершает это, сразу попадает в общественное мнение, и все это остается записано в интернете на тысячи лет вперед. 25 лет назад Мессия Второго пришествия помог мне избавиться от этого, потому что каждому нужно избавиться прежде себя от этого.